нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах. Для усталой души одно место осталось, это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать, и слышны молитвы и дружное пение. Еще падая, люди умеют вставать. В этом доме поныне душа сокрушаются и еще не забыли о слове прости, еще память о Господе хлеб. Погибающим можно спасение найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается. Так мирно в духовном общении.